Все, подписали договор аренды. Нормально. Вот бумажка. Все по закону. Нормально на 2,5 года. Нормальная арендная плата. Хорошее предприятие, большое, бывшее еще советских времен. Огромная столовая, там 168 квадратов, часть столовой. Такой немножко в убитеньком состоянии, но попозже покажу. Silent Hill снимать такие. Лохмотья висят. Все нормально. Директор нормальный мужик, адекватный. Вот, обсудили договор, подписали все это в нормальном рабочем режиме. Никто никому нервы не тянул. Вот. Все отлично. Все отлично. И помещение даже лучше. Огромные цеха. Ну, увидите потом. Все. Сейчас встречаюсь с подрядчиками. Вот. Сами закатываем рукава и начинаем делать ремонт, чтобы к времени, когда придет наше оборудование, у нас уже был ремонт, и мы начали варить пиво. Так что все отлично. Вот наша альма-матер. Нашли помещение лучше прежнего. Так что все к лучшему. Тоже большой завод бывший. Огромная столовая. Стены в плитке, только пошаманить надо. Вот, полы в плитке. Вот. Ремонт, конечно, предстоит серьезный, но помещение просторнее, лучше, удобнее. Цена такая же. И люди адекватнее. Поэтому все, что не делается, все лучше. Правда, такой, конечно, Silent Hill можно снимать. Будет, конечно, ремонтом предстоит нормально, но зато когда сделаем, будет вот так. Конечно, я думаю, в сумраке будут ужас навевать, если так посмотреть. Сирена пошла. Так, вот здесь у нас будет варочное отделение. Здесь будет водоподготовка, здесь будет чиллер стоять на охлаждение, ЦКТ в том помещении. Окна эти нафиг все заложим, оставим. Одно рабочее окно будет выгрузка дробины отработанной. А здесь в помещении будет сразу с родильных баков будем набирать готовую продукцию. И то же самое заложим все окна, кроме одного. И будет у нас окно выдачи, чтобы не было пересечения сырья и готовой продукции. То есть заносится. Будет заноситься оттуда в склад, варится дробина сюда, а здесь деньги наполняются и сразу на выгрузку. Вот такая технологическая цепочка. Ну, здесь, конечно, еще вот электричество, я думаю, нам хватит с головой. Здесь, конечно, света еще нету. Мы попробуем сделать. Давай, попробуем сделать. Давайте мне два. А где мой телефон? На мой. Вообще шикарно. Вот это.
будет склад сырья. Здесь у нас будет солод храниться. Здесь мы прорежем отдельно вход, чтобы с коридора сюда заносить именно отдельно здесь. Дробилочка здесь. И вот здесь вот прорежем вход в варочное отделение. То есть солод заносим здесь, дробим и уже в варочное отделение. И сразу же на улицу используем. Норвежская крыса сюда не проберется? Норвежскую крысу будет душить. По черному? По черному. Так, здесь загородится. Здесь, кстати, перегородочка. Вот такая перегородочка. Здесь будет у нас сип-мойка посередине. То есть мы заносим сюда кени, моем и заносим чистые сюда, наполняем и сразу на выгрузку. Вот, коридорчик. Такой сталкер, блин. Можно ходить, конечно. А счетчик Гекера. Да, счетчик Гекера не хватает. Здесь будем закладывать уже. Все, это уже не наше будет дальше. А это еще наша комната. Здесь мы прорежем вход на улицу. Все это будет у нас отдельный вход. И сразу сюда будет заходиться комната отдыха. Комната отдыха вот это будет. Вот эти вот короба. Будем все вырезать. Это старая вентиляция, коллекторы огромные. Это предприятие. Здесь уголок вот канавка есть. Здесь отгородится будет туалет, душевая, то есть сразу с улицы зашел, помыл руки, искупался и чистым идешь в помещение отдыха. Здесь переодеваешься, а здесь будет у нас вообще хорошее. А здесь будет у нас проем сразу в производственное помещение. То есть в грязной одежде мы даже заходить туда не будем. Заходишь, купаешься, одеваешься в рабочую одежду и заходишь в производственное помещение. Вот так. Очень отличное помещение. Ремонт делается, будет выглядеть вообще конфета. Комнаты отдыха, то есть отсюда будем сразу выходить и вот производственное помещение. А вот это вот закроется дверь? Вот это. Нет, нет, здесь будет загрузка сырья, то есть здесь делаем. Да. Здесь отдельный вход для сырья, будем заносить солод и сразу на склад его, а со склада туда в варочное. Вот это все закрываешь. Это все закроется, да. Это все закроется. Вот. Здесь можем хранить вот в этом уголку склад грязных кегов. То есть заносят грязные кеги, ставятся здесь, потом их берется, приносится сюда, здесь сип-мойка. Она сразу и кегомойка. Такое интересное техническое решение у компании Пивояр. Сразу моется кег и заносится дальше на заливку с ЦКТ. Вот так вот. Вроде все.
придется прорезать нам три проема, один заложить и сделать несколько гипсокартонных перегородок. Ну, естественно, электрика полностью всю, завести новую электрику, развести канализацию. Вентиляцию надо новую, потому что это старая пыльная, с нее летит. Вон, здесь даже железо какое-то есть. Освещение будет новое, диодное. Как вам, напарник? Потрясающе. Потрясающе? Потрясающе. Я смотрю, снова нет. Мелкие комнатушки, которые надо разбивать, то есть там мелкие комнатушки, которые надо использовать, вот одна комнатушка там на 6 бродильных баков, все, остальные надо где-то